Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем проходить с вами Киберпанк 2077. Итак, закончили мы на том, что мы собираем группу самураи и будем выступать в баре. Вот, и пришли вот в бар Красная Грязь. Нам позвонили, сказали приходить именно туда. Привет, Ви. Привет. Ви! Да? Смотри, что у меня есть. Не знаю, в курсе ли ты... Но когда-то на ней играл Сильверхант. Отлично, поиграем. Бля, Нэнси просто менеджер века. Может, она и доступ к Микоши нам организует? Как думаешь? Ну, хз. Хотя, возможно, все. А где Керри? Сейчас должен быть. Он сказал, ты хорошо играешь. Надеюсь, это правда, потому что на репетиции времени нет. Меня больше беспокоит, кто сыграет за Генри. Керри договорился с Дрозином из головорезов. Я его знаю, видела на сцене. И как он вообще? Он нормальный, середнячок. А вот ты темная лошадка. Закидывайся, только не светись. А если опять начнет рвать кровью? Отползи куда-нибудь в сторонку, сегодня вечер Керри. Блять, давай, отползем. Верит, что я могу с ними сыграть. Ну, так она права. Тупсики закинемся. Да, принимаем. Развлекайся. Отдыхай, кайфуй, братан. Так, блевать только не надо. Ну все, ебать. Охуенно, ебать. Понеслась. Оба, ну а ты что за хер, блядь? О, здорово. Вот, познакомьтесь, это Дрозин из головорезов. Привет! Я обожаю самурай, ты тоже? У меня есть все альбомы, я офигел когда. Выдыхай, блядь. Он тут на тех же правах, что и ты. Хочешь поговорить со звездой? Обращайся ко мне и перестань трястись. Фу, я, наверное, сам еще похлеще трясусь. Публики боишься? Или меня? Иди нахуй. Я тоже скучал, Керри. Взаимно, да? Ну что, начнем, ебать? Выступление века. Ладно, работаем. Yeah.
перед концертом. Так будто надо что-то кому-то доказать. Себе, тебе. Да хер знает кому. А я в итоге ничего никому не доказал. Так просто. Хорошо провел время и все. Я что-то не понял. Ты чем недоволен? Заебись же сыграли. Хочешь повторить? Ага. Не. С меня хватит. Ну тогда, вот, держи. Сувенир от меня. Уверен? Я же не буду без тебя играть. Это будет уже не то. Понимаю, о чем ты. Я все-таки еще немного поиграю. Джонни! Его уже нет. Правильно? Правильно, его уже нет. Ну, он тебя еще слышит. Да что ты говоришь? Спасибо большое. Я сейчас не в настроении вертеть столики и слушать голоса с того света. Ты что, пушку достал-то? Алло. Знаешь, я, наверное, лучше отдам его тебе. Че перестань. Не стоит. Из этого ствола я чуть не завалил Джонни, когда он забрался ко мне домой. То есть ты пытался застрелить меня? Да. А до этого... Это не важно. Круто! Я как будто спал 50 лет, а теперь проснулся. Пора браться за работу. Давай, Ви. Будем на связи. Круто все прошло, да? Вообще четко. Жалко, что Кер уже ушел. Кажется, он очень куда-то торопился. Наверное, бежит, сочиняет новую песню. А ты разве не этого хотел? Чтобы ему стало получше? Получше, но не настолько. Джонни, не бросай меня больше. Я не могу жить без тебя. Но это бы тоже не помешало. Надеюсь, это было последнее желание. Ага. Теперь можешь делать, что хочешь. Тогда надо скорее поговорить с Ханако. Окей. Как знаешь. Пойдем. Ну вот и все. Выполнили все задания за Джонни. А что, никого нету? Нет. Ну да ладно. Так, можно идти теперь по сюжетному основному заданию. Так, где-то здесь было быстрое перемещение, это я точно помню. Вот она. Ну. Так, а нет, стоп. Еще задание было... Хотя, ладно, продолжим. Основное. Сюжетную миссию. Уже закончим на этом. Посмотрим, что там сейчас будет. Что нам будут предлагать. Так, а нам нужно, получается, в ресторан. Ресторан угли. Вот оно. Что такое? Так, точка невозврата. Вы достигли точки невозврата. Когда вы войдете в ресторан, все невыполненные второстепенные задания, полученные заказы, станут недоступны до тех пор, пока вы не выполните все основные задания. Если у вас остались неоконченные дела, завершите их до встречи с Ханако. Угу. Ну, я понял, заходим. Вроде все уже сделали. Можно и заканчивать. Дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Слушай, ты успокойся ты уже. Просто зайдем, поговорим и уйдем. Че такое? Че ты опять ноешь, а? Вот ты не можешь спокойно довериться ситуации, довериться мне.
она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Угу. Что теперь? Давайте сразу к делу. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Что, блядь? Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась. Слишком много деталей не совпадало. Раз вы все знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести? Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Власть, семья, корпорация, не знаю. Давайте перейдем к делу. Ну, скорее всего, корпорация. Корпорация. Семья. Наша семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней, поддерживать мир, соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну хорошо. Это ваш брат. Вам сейчас тяжело. Допустим, это я понимаю. А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться еще во время парада. Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности. Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить. Да, Юринобу просто решил вами пожертвовать. Отец был прав насчет него. Юринобу никогда не думал о нашей семье. Моя роль — быть сердцем семьи. Пришло время семье Арасака прислушаться к своему сердцу. Оно укажет путь. Ты принес душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове, и ни слова. В смысле, блядь, принес? Ты что думаешь, я его с собой таскаю, что ли? Душегуба у меня с собой нет. Мы ведь не так давно знакомы. Хочешь подстраховаться? Понимаю. Но... в этом нет нужды. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Арасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Уйти хочешь? Как это ты догадался? Блять, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись, у нас мало времени. А вот это уже интересно. Я вас внимательно слушаю. Мой брат? Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Что уж там. Говорите все как есть. Я хочу его наказать. Не совсем. Вы хотите его убить. Я хочу, чтобы в Арасаке все-таки узнали правду. И что вы собираетесь делать? Юринобу... Ханако-сама, соро-соро го-читаку ни о-модори итадайте. Сугу ни сугу ва. Юринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Юринобу.
Дашь показания. Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Допустим, все получится. Что потом? Вы станете главой Арасаки? Откуда такое предположение? Я думал, это логично. Такэмура говорил, что Йоринобу должен был передать вам филиал в Найт-Сити. Каждый должен знать свое место, Ви. Мой брат никогда этого не понимал. Я знаю свое место и ничего не хочу менять. Не хотите? Или не можете, потому что вы женщина? Я сама решаю свою судьбу, как и ты. Ну? Интересное предложение. Мне нужно подумать. Конечно. Только недолго. После парада Йоринобу насторожился. Он может что-то подозревать. Все, идем уже нахер отсюда. Все хорошо? Да, да, просто... У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Да, я подумаю. Блять, опять тебе этот сбой. Нужно на воздух. Быстро. Так, иду. Ой-ой-ой, блять. Штырить не по-детски. Я предупреждал. Ты что творишь? Нам может всего пара часов осталось. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил, и тело меня слушается. И что ты предлагаешь? Понимаешь, к чему я клоню? Само собой. Ты хочешь взять меня под контроль? Я хочу спасти тебе жизнь. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена, и разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет. Бестия? Ну, не знаю. Ты уверен, что она нам подойдет? С ее-то опытом, ее возможностями и связями? Боюсь, только она одна и подойдет. Джонни. Все будет нормально. Заберемся в башню. Альт откроет Микоши, а потом я снесу. Блять, ты опять отрубаешься. Да, братан, мне хуёво, мне очень хуёво. Ну что? Нет, ты еще в мире живых. Пока что. Тише, тише. Лучше не двигайся. О, Виктор! Здорово, блядь, братан. Давно не виделись. Вик? Больно, я знаю. Ты бредил, когда пришел, так что я накачал тебя бета-галоперидолом. Но светочувствительность — это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. А как... Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании, испугал Мисти до полусмерти. Скинул со стола пациента, которого я оперировал, и потребовал, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это, ну, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Вик, говори, в чем дело. Ты дошел до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Ладно.
Но чудес от меня не жди. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Чё там, братан, не молчи. Ну что, сидеть я вроде могу нормально. Но на этом хорошее, похоже, заканчивается. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Понимаю. Скажи, что мне делать. Тебе еще раз повторить, что ли? Все зависит от тебя, не от меня и не от этого, кто у тебя там в голове. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотризина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Что такое наглое-то? Бестия, Росака Тауэр. Иначе ничего не получится. Завали хлебало, Джонни. Это мое решение. И мне надо его обдумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Ну, давайте выбираться, подумаем. Ви, я слышала, твои мысли. Да, неловко вышло. Извини, правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Кого-кого? Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Типа ему тоже херово было? Чё-то я не понял. Так, да, и был слух о том, что Джеки все-таки не умер, а в душегубе сидит. А куда мы? На крышу? Последний этаж. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Так, да, я правильно иду? Жизнь была несправедлива к Джеки. Но несмотря на... Ох, наконец-то выбрались на воздух. После того, как я привела его сюда. Да пойди быстрее, алё. Хочешь там? В углы разглядываешь. Видишь? Да, красиво вижу. Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Побыть наедине с собой?
Последнее время у меня с этим сложновато. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. Ну, это я в курсе. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Ну, как одного? Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Нет. Прощаться это не в моем стиле. Ну, дело твое. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. Ты можешь довериться мне. Или принять предложение Ханака. И проиграть, Ви. Пойми, на кону не только твоя жизнь. Так. И что у нас получается? Ханака нам предлагает провести, но помочь ей. То есть сказать, кто убил ее отца. Но по сути это их проблемы. Какая разница, кто? Ну, в смысле, для меня какая разница? Мне важна-то моя жизнь. Поэтому я думаю, надо довериться своим, а не Арасаке. Поэтому... пойдем разъебывать Арасаку вместе с Бестией. Ладно, иди ты вместе с Бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Вперед, Джонни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на радостях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне. Даже если придется сжечь нахер весь Найт-Сити. Какие люди? Без охраны? Да, здорово, дядь. Ты мне нравишься. Здоровый ты. И добрый. Так, привет, вот она, Бестия. Я тебя предупреждаю. Не стой у меня на пути. Твоя контора до сих пор на плаву только по моей милости. А я могу сменить ее на гнев в любой момент. Так, погоди секунду. Ви? Ви решил отдохнуть. Это я. Вакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Я отвлек тебя от каких-то важных дел? Мне почему-то кажется, что этот разговор будет важнее. Тебе опять что-то нужно. Это дурной знак. Ох, ебать, мне такое нужно. Мне такое нужно. Конечно, нужно. Больше мне обратиться не к кому. Вот интересно, как так вышло, что из всей безумной команды Атлантиды выжила только ты? Почему ты клонишь, Джонни? Я как-то пропустил последние 50 лет. Вот и пытаюсь разобраться, что к чему. Прикинуть хрен к носу. А, и как оно получается? Да, я понял, что никто из старой команды не выжил. Никто, кроме тебя. Куда ты пошла-то? Убегаешь? Эй, народ! Закрываемся! Эй, ты чё? Баста. Мы еще не закончили! Нет, закончили! Что творится-то?
Ничего, можешь идти домой. Твоя смена на сегодня закончена. Ладно, ты бы еще поработаешь, что ли? Что, весь клуб в нашем распоряжении? Вот это сервис. Теперь говори, какого черта ты мне тут предъявляешь? Ты удобно устроилась. Интересно узнать, чего тебе это стоило. Каждый из нас заплатил цену за свой выбор. Я не исключение. Это ты себе говоришь, когда кланяешься корпам? Это я себе говорю, когда смотрю на могилы своих друзей из Атлантиды. Или когда сейчас смотрю на тебя. Ладно, ладно. Кто старое помянет? Вот именно. Хватит ходить вокруг да около. Ты бы не начал этот разговор, если бы не хотел опять меня во что-то втянуть. Это дело. Я в нем. Я не могу. Сука! Ви умирает. Я пожираю его, как опухоль. Это пока еще можно остановить. Только мне нет, нужно... Нет, Джонни. Не начинай. Не говори мне, что ты хочешь кому-то помочь. Все дело только в тебе. Ты никогда не думал о других. А иди нахуй, милая. У меня мало времени, бестия. Как только часики пробьют полночь, Джонни исчезнет. И Ви вместе с ним. Мне нужно успеть от него отцепиться до этого момента. Нам удалось связаться с Альт. Она согласилась помочь. Но? Сначала нам нужно будет пробиться в крепость данных, Микоши. Единственная точка доступа, до которой мы сможем доползти, находится под Арасака Тауэр. Арасака? Опять? Как я не догадалась. Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. У тебя есть хоть какой-то план? Какой план? Никогда плана не было, алло. Ну охуеть. Вот что у вас теперь за мода такая? В кого ни плюнь, всем, блядь, нужен какой-то план. А раньше было не так? Раньше мы просто вынюхивали двухметровую дорожку, брали стволы и делали, что хотели. И все получалось. И теперь у нас тоже получится. Подожди. У нас? Ну, типа да, ты и я. Ну да. Без тебя ж ничего не получится. Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами? И опять пойти с тобой против Арасаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас? Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Очисти свою совесть. Ах, вот как? Может, конечно, ты и королева всего Найт-Сити. Но ты же не настоящая бестия. Настоящую ты похоронила, чтобы добраться до вершины. Загляни в себя. Я знаю, ты сможешь ее найти. Черт. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь. Некоторые вещи не меняются. А мы? Мы изменились? Я не знаю. Как насчет того, чтобы это выяснить? Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джонни. Прошу тебя, просто замолчи. Ну вот так вот. Поцелуйчики, любовь, осисяй. Что, мы выдвигаемся уже или не? Ну да, она приоделась. По-боевому пистолетик нацепила. Ботинки какие-то у нее модные. Где звук вообще? Что происходит? О. О, блядь. Сука, блядь.
Каждый раз. Никогда не видел, чтоб трезвый человек спал больше 20 часов. В следующий раз в ебло получишь. Да ладно. Буду ждать. Правда, начальница будет недовольна, если я переломаю тебе кости. Бестия, что ли? Начальница у нас одна. Пойдем. Она тебя ждет. Пойдем. Блин, у тебя тоже ботинки какие-то модные. Я тоже себе такие хочу, нихуя себе ебать. Че это такое вообще? Какие-то ботинки прыгуны, что ли? Так, мы вижу, до сих пор в клубе. Вот и замечательно. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Отбросит нас до площади корпорации. Нас? То есть ты со мной? Не делай вид, что удивлен, засранец. Снаряга вон там, выбирай, что хочешь. Ага, так и сделаю. Так, снаряга, что это? Это гранатки. Берем все гранатки. Дробовичок не нужен. Вон там снаряга, Джонни, не забудь. Так, ботинки антигравы от Бестии. Вот они, эти ботинки здоровые. А это что? Тормозные двигатели. Антигравы. Цепляешь их к ногам и можешь спокойно прыгать практически с любой высоты. Джонни, разберись сам. Мы не маленькие. Так, это возьмем. Ладно, я понял. Так, а да, что это за пистолетик? Теперь скажи мне, какой у нас план? Окей, вставляй щепку. Какую щепку? Где щепка? Ага. Цель – точка доступа к Микоши, Варасака Тауэр. Надо дойти до лаборатории, удержать их на время вашего разделения и вернуться живыми. Варасака Тауэр – крепость. Самое охраняемое здание в Найт-Сити. Просто зайти с главного входа у нас не получится. Поэтому мы пролезем через самодельное окно. Теперь важное. Нам поможет мелитеховский бомбардировщик «Стрикс». Полетим на нем. Сначала мы бомбардируем здание и сносим орудие ПВО. Затем мы разрушаем стену 76-го этажа, прыгаем внутрь и перед приземлением включаем антигравы. Так, дальше. В результате наших действий мы попадаем в чащу тропического леса. Вопреки расхожему мнению, Арасака любит выпендриваться. Мы прорубаемся через джунгли к шахте лифта, на вертикальной оси здания. Шахта идет по всему зданию. Антигравы позволят нам быстро спуститься на нижний уровень. Охрана будет напугана и дезорганизована. Сопротивления мы почти не встретим. Мы доберемся до лабораторий, найдем точку доступа. И дальше дело за тобой. Аплодисменты, пожалуйста. Я же сказал, начальница и королева у нас одна. Да, блядь, завали ты уже, блядь. То есть мы будем разносить этих уродов с воздуха? Серьезно? Как же давно я этого ждал. Погоди, пока выпрыгивать из штанов. Если мы хотим выжить, нужно кое-что еще. Теперь самое трудное. Че такое? Надо столкнуть с орбиты спутник Джуроджин 0401. Хуя себе спутник. Мы войдем в историю, друзья мои. После этого, примерно на 3-4 часа, пропадет связь в Найт-Сити и в обеих Калифорниях. Ни координации, ни поддержки. Полный хаос. Только не говори, что кроме бомбардировщика, ты еще и военный шаттл прикупила. У меня один знакомый работает в Orbital Air. Тайный доброжелатель. Высокопоставленный информатор. Я ему заплачу, и он нам даст доступ к спутнику. Дальше в игру вступит наша старая знакомая. Хочешь сказать Аль? Ну а что поделать, если только она может спихнуть с небес спутник Арасаки. Так, ну окей, с Альтом я поговорю. Мне все равно надо поговорить с Аль. Я ее уговорю. Только не обосрись, Джонни. Тут я не смогу тебя подстраховать. Сказал, значит, сделаю. Ладно. Короче, мы незаметно подлетаем к Арасака Тауэр и опрокидываем на них корзинку с бомбами.
Правильно. Потом прыгаем в башню, ищем шахту по вертикальной оси и пробиваемся вниз. Да, к точке доступа в Микоши. Как тебе? Ну да, как-то все слишком просто. Даже не знаю, как-то все слишком просто. Кстати, шансы уцелеть у нас дерьмовые. Но ты готова? Готова. Закрыли тему. Бестия. Что? Спасибо тебе за все. Давай потом. Значит, остается только Аль. Ты знаешь, как перемещаться в киберпространстве? Ну, у Ви был в этом кое-какой опыт. Думаю, я справлюсь. Иди обратно. Никс покажет тебе, что нужно делать. Уэйланд, прогревай пока двигатели. Мы скоро придем. Ну чё? Вы там долго будете или как? Значит, на Арасаку двигаемся. Продолжим уже в следующей серии.